Авария на Ленинградской атомной электростанции. Радиационная авария на первом энергоблоке Ленинградской АЭС, произошедшая 30 ноября 1975 года. В результате аварии произошел выброс в атмосферу радиоактивных изотопов радиоактивностью до 1,5 миллионов кюри. Согласно докладу Международной консультативной группы по ядерной безопасности, причиной аварии стали конструкционные недоработки реактора РБМК-1000, которые впоследствии, по предположениям, привели к катастрофе на ЧАЭС. Ночью 30 ноября планировался вывод на ремонт одной из турбин, которую постепенно разгрузили до нулевой мощности. Вместо ее отключения старший инженер управления турбиной ошибочно отключил рабочую турбину, из-за чего сработала аварийная защита реактора. Чтобы не оставлять сеть без мощности надолго, оперативный персонал принял решение сразу начать подъем мощности, избегая ксенонного отравления реактора. В процессе вывода реактора на мощность старший инженер управления реактором использует почти весь оперативный запас реактивности, ОЗР, извлекая стержень системы управления и защиты, СУС, но при этом реактор ведет себя нестабильно и слабоуправляемо. СИУД, то есть старший инженер управления турбиной, Михаил Павлович Караск, принимает решение заглушить реактор, предварительно опустив стержни СУС, снижая тепловую мощность. Сразу появились сигналы нарушения целостности технологических каналов. Один из них был разрушен. Несколько десятков повреждены. Хотя к аварии привели множественные проектные ошибки РБМК, которые приведут к Чернобыльской аварии в 1986 году, непосредственно в 1975 году аварию вызвал концевой эффект, приведший к локальному перегреву и последующей разгерметизации одного канала и повреждению соседних. После аварии была создана правительственная комиссия, которая посчитала необходимым внести значительные изменения в конструкцию РБМК и регламент персонала. Тем не менее, официально было признано, что авария произошла из-за заводского дефекта, а почти все необходимые модернизации были сделаны уже после Чернобыльской аварии. Работники станции говорили о выбросах 1,5 миллиона кюри, тогда как советские власти в 1990 году назвали это число сильно завышенным. Во время расследования Чернобыльской аварии комиссия под председательством Штейнберга пересмотрела аварию 1975 года, назвав основной ее причиной не заводской дефект, а неисправленные недостатки конструкции реактора. В результате выброса радиоактивных веществ в атмосферу облучению подверглись жители города Сосновый Бор, находящегося вблизи станции. Повышение радиоактивности фиксировались также в Финляндии и Швеции. Однако информация о произошедшей аварии была засекречена, и персоналу, работающему с другими реакторами РБМК-1000, так и не было сообщено об опасностях реактора, что тоже могло являться причиной последующей катастрофы на Чернобыльской АЭС.